И, друзья, это СИЗО города Астаны. Здесь по сфабрикованному делу находится сторонник партии «Алга Казахстан» Асанали Суебаев и правозащитник Айдар Сыздыков. Вот так вот запросто у нас в стране можно посадить любого человека, который говорит правду. Мало этого, супругу Айдара не допускают в качестве общественного защитника. В знак протеста Айдар вот уже 18-е сутки находится на голодовке. Жизнь и здоровье Айдара в серьезной опасности. Следователь Кандашбеков Калихан намеренно затягивает процесс обретения Айгуль Токпаевой статуса защитника. Это говорит о том, что у следствия нет никаких доказательств и никаких оснований удерживать Айдара в изоляторе. Так получилось, что мы своей аполитичностью, пассивностью и трусостью допускаем этот ментовской беспредел. Марат Жламбаев обвинили в экстремизме, и в колонии на него оказывают давление при помощи уголовников. Марат также находится на данный момент на голодовке. Мы все мечтаем о лидере, который всех нас избавит от нищеты и бесправия. Но если мы не будем в такие моменты поддерживать и защищать наших лидеров, которые сейчас находятся за решеткой, то навряд ли мы дождемся перемен. Просто-напросто не станет лидеров этим. Будьте активны, участвуйте в политической жизни страны. Поддерживайте наших политических заключенных. Это наши лучшие люди. Они не побоялись сказать правду и теперь отбывают незаслуженное наказание. Алга Казахстан.